Знаете, за что вы были задержаны сегодня? Нет, не знаю. Не знаете, да? То, что ДТП произошло на улице Шахтеров, знаете? С вашим участием. Автомобиль, ваш Шкода был разбит. Я помолчу, можно вообще? Ну, я сами поговорю. Я задаю вопросы. Да, в курсе про все. В отношении вас сейчас будет составлен ряд документов процессуальных за оставление места ДТП, за нарушение правил дорожного движения, приведшее к аварии, за отсутствие страхового полиса, за отсутствие госномеров. Согласны с данным? Да, согласен, согласен. Давайте по-нормальному уже году поэтому. Признаете вину? Я признаю, да. Я, то, что я врезался в машину, я с человеком разбирался, не увидел это, врезался туда. То, что я без номеров, езжу без страховки, я все признаю. В каком состоянии находились в момент ДТП? В тот момент абсолютно отрез. Абсолютно отрезы были, да? Почему? Почему скрылись с места ДТП? Потому что побоялся ответственности за данное нарушение, так как не было номеров, я лишенник на данный момент, ну, по правам. И как-то... Ну а до этого я проезжали перекресток на запрещающий сигнал светофора? Да, я проехал на красный, да, как Винбаум пересел, поехал. А почему проехали на красный? Я их не видел уже, их не было. Может, они были даже далеко сюда. После проезда на красный вы увидели, что за вами следует патрульный автомобиль. Нет, не видел я его. Они уже, грубо говоря, в какой момент увидели? Увидел на Горького, когда повернул на Карла Маркса. То есть за мной сзади еще в горку поднимается этот... Ну, привор или что. Включил третий, маленько ускорился до 80 или до 100, и все, и потом спокойно стал ехать дальше. А сколько автомобилей вот на улице Шахтеров участвовало в ДТП? Сколько вы? Три стоящих. Да, я видел два только, Сандера и Toyota Premio, а про Асту никакую я, ну, не обратил внимания. Ну, там в процессе движения одна машина от вашего удара ударила другую. Все, смотри. Это нарушение за нарушение скоростного режима. За скорость я могу все на себя сказать. Я гоняю. Прям гоняю. Да, скорость 265. Скажите, когда вот вы ехали, проезжали перекресток Винбаума и Карла Маркса, вы видели, что патрульный экипаж попал на дорогу? Нет, для этого я еще раз говорю. Я через час приехал туда и открыл глаза, смотрю, ну лоб, что это вообще я натворил? Я правда вышел от машины, мне... Записывай. Ну, 10 минут? Нет, сотрудник пошел встречать. Можно позвать папу? Я ему дал 500 рублей последний. Вы слышите, что ваш отец идет? Где он идет?